Привет, друзья! Рад видеть вас на моем канале. Сегодня у нас на повестке дня наушники Eifotec G570. Погружение в мир качественного звука и гейминга. Разберем все, от дизайна до функционала, а также взвесим плюсы и минусы, чтобы понять, стоят ли они ваших денег. Так что усаживайтесь поудобнее, ссылки на наушники ждут вас в описании, а мы начинаем. Теперь давайте поговорим о внешнем виде этих наушников. Первое, что бросается в глаза, это яркая RGB-подсветка, которая плавно переливается, создавая атмосферу настоящего погружения в игру. Если ты любишь, когда техника не просто работает, но и выглядит эффектно, эти наушники точно привлекут твое внимание. Что касается комфорта, здесь Eifotec G570 также не подкачали. Огромные 3D-амбушюры, выполненные из протеиновой кожи, словно обнимают твои уши, создавая ощущение уюта. Такие амбушюры особенно ценны для тех, кто любит проводить долгие часы в виртуальных мирах, не чувствуя дискомфорта. И да, не забудь, что ссылки на магазины, где можно выгодно приобрести эти наушники, а также мой специальный промокод ждут тебя в описании под видео. Теперь перейдем к особенностям Eifotec G570, и тут все впечатляет. Начнем с главного, это 7.1 виртуальный объемный звук. Представь, что ты можешь не только слышать шаги врага, но и точно определять, откуда он подкрадывается. Это словно иметь суперспособности, когда каждый шорох в игре открывает тебе новую тактическую информацию. Съемный однонаправленный микрофон с шумоподавлением – еще одна полезная фишка. Забудь про фоновые шумы, будь то гул компьютера или разговоры за окном. Все твои командные переговоры будут кристально чистыми, а микрофон можно легко убрать, если он не нужен. Для удобства управления тут тоже все предусмотрено. Колесо регулировки громкости и отдельные кнопки для активации подсветки и микрофона находятся прямо на корпусе. Это значит, что больше не нужно сворачивать игру или тянуться к клавиатуре, все под рукой. И последнее, но далеко не менее важное, это 50-миллиметровые драйверы с неодимовыми магнитами. Они обеспечивают мощные басы и чистейшее звучание, без малейших искажений. Реальные взрывы и сочные звуковые эффекты. Теперь все это звучит так, будто происходит прямо у тебя в комнате. Итак, давайте рассмотрим, что говорят реальные владельцы этих наушников Eifotec G570. Я внимательно проштудировал отзывы и выделил основные моменты. Начнем с недостатков. Минусы. Требуется настройка через софт. Регулятор громкости на проводе. Шум от подсветки. Перекручивается провод. Плюсы. Удобная посадка. Качественный звук, стильный внешний вид, надежные и крепкие, компактный микрофон, подходит для подростков, крутая RGB-подсветка, не давят на уши. Вот и подошел к концу наш обзор наушников Eifotec G570. Если заинтересовался, не забудь, что ссылки на проверенные магазины и скидочный промокод ждут тебя в описании под видео. Делись своим мнением об этих наушниках в комментариях, нравится ли тебе их дизайн или, может, уже успел протестировать звук. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые обзоры, и не забудь поставить лайк, если видео было полезным. Спасибо, что досмотрел до конца, и до скорых встреч!